Привет, друзья! С вами Владимир Шемит, ваш Travel Advisor. Я сейчас нахожусь в Марсаламе на отдыхе и на инспекции этого курорта. И проживаю я в отеле Three Corner Pyrose Plaza 5 звезд. Поэтому в этом видео я подготовил для вас обзор этого отеля, чтобы вы понимали, что это такое и что в нем есть. В общем, подписывайтесь на канал и погнали! И первое, что я вам хочу сказать, показать, и чтобы вы понимали, а именно то, что за территорией отеля находится только пустыня. Но вы не переживайте, такая картинка практически во всех отелях Марсаламе, поэтому, друзья, если вы собрались в Марсалам, вы должны понимать, что инфраструктуры за отелем практически нет, а инфраструктурные города находятся далековато от отелей. Хотя это не касается этого отеля в этом обзоре. А информация, как пройти, как найти порт Галиб, который рядом с отелем находится, все это будет в отдельном видео. Значит, смотрите, справа находится часть отеля, вот где находятся магазины. То есть тут вы можете купить себе что-то там дорого, какие-то сувениры или подводный инвентарь для плавания и тому подобное. Ну, это все я вам покажу, наверное, в отдельном видео. Дальше. Вот наш вход, друзья, в главное здание отеля, там, где у нас находится холл отеля, ресепшн и лобби-бар. В общем, давайте зайдем и все это посмотрим. На входе у нас есть служба безопасности. Кстати, да, тут у нас есть разметочка, связанная с коронавирусом, и рамочка. В общем, спасибо. Естественно, стараются все соблюдать. То есть на ресепшене есть стекло защитное, туриста, вот персонала вот туриста, и разметочка на полу. Дальше. Значит, кстати, на ресепшене, друзья, тут самый лучший сигнал Wi-Fi, вот. И что еще есть? Это лобби-бар. Смотрите, ну, на лобби-баре тут все стандартно. Весь перечень алкогольных напитков плюс коктейли. Хотя, по-моему, на всех барах практически везде колотят все виды коктейлей. Это лобби-бар. Пойдемте дальше. Покажу вам террасу. Над главным рестораном она находится. Выход из лобби отеля. Ну, тут вечером, значит, кстати, вот он уже готовится. Местный артист, который поет классные песни. Ну, мне нравится, в общем, так. Может, кому-то не нравится, мне нравится. Дальше, это территория отеля. И тут у нас открывается самый главный и основной вид на территорию отеля. Это у нас бассейн. Их тут, можно сказать, не один, но они такие, как бы, слева главный, большой, основной. Справа там есть маленький бассейн и еще джакузи. А слева там еще есть бассейн, дельфин называется. В общем, смотрите. В принципе, вся инфраструктурная часть основная вот просматривается с этой террасы. В принципе, территория большая отеля, но есть в ней нюанс, что она очень еще широкая. Но, опять-таки, это касательно номерного фонда. Смотрите, значит, терраса работает в основном она ночью. Как ночью? Вечером после ужина. Вот в этой части, друзья, у нас есть живая музыка. То есть тут поют, в принципе, ну, на английском песни. Пойдемте дальше. Значит, спуститься на низ можно двумя путями. То есть вот первый маршрут, такой же самый, есть и с другой стороны. Что хочу вам сказать. Значит, друзья, сейчас мы выйдем на территорию, тут будет ветер. Возможно, придется поменять звуковую дорожку. Но давайте так. Да, наверное, придется поменять звуковую дорожку. Друзья, за все дни, которые я тут нахожусь, это четвертый день, ветер постоянно, друзья. Поэтому я старался искать момент, чтобы снять вам обзор, но так и не получилось. Смотрите, это главный ресторан.
Сейчас закончился обед, и они уже потихоньку собираются накрывать стол для ужина. Да, очень быстро и оперативно. Кстати, вот слева мы живем, наш номер 1, 2, 3, 3 балкон, терраса, это наш номер. И давайте мы, наверное, пройдемся, я вам покажу. Сейчас сразу бассейн, который называется «Дельфин». Смотрите, дело в том, что, в принципе, этим бассейном сейчас не пользуется. Ну и дело в том, что людей не так-то и много. То есть, относительно загрузка отеля нормальная. Для условия пандемии это нормальная загрузка. Но все равно не на 100% отель загружен, потому, как бы, можно сказать, видите, вот он бассейн, и этим бассейном никто сейчас не пользуется. Есть для деток 60 сантиметров глубина, и вот для взрослых 135 сантиметров. Видите, шезлонги сложенные, то есть тут ничего не получается. Получается, ну, как бы, ну, никто не пользуется, поэтому шезлонги. Ну и зонтики тоже, естественно. Значит, дальше идем сейчас к главному бассейну, посмотрим. И что у нас возле бассейна? У нас, естественно, есть бар. В принципе, он работает довольно-таки, как бы, я бы, наверное, сказал, долго. Я напишу в описании к видео, до скольки он работает. Бассейн такой, я бы не сказал, что большой, но и не маленький. В общем, нормальный. Хотя, вот, допустим, тоже на полное количество загрузки номерного фонда, я бы сказал, бы будет маловато. Естественно, есть у нас шезлонги. И, естественно, с мягенькими матрасами, ребята. Зонтики есть. Есть накрытие. То есть, ну, опять-таки, есть и такой вариант. Конечно, на открытом солнце летом это просто убийство лежать. Значит, глубина начинается разная. То есть, это детская часть 0,75 глубина. А там дальше будет уже поглубже. По-моему, 1,35 м, а 1,25 м. Тут у нас дальше идет бар у бассейна. Там, кстати, слева играет музыка. Ну, на баре стандартно. Все напитки, в принципе, которые есть в лобби, можно и тут заказать. Особенность этого бассейна, ребят, в том, что он сделан в виде инфинити бассейна. Давайте сейчас покажу, как он выглядит. То есть, вот продолжение его. Видите, водичка стекает. Ну, короче, можно сделать классные, прикольные фотки. Тем более, что море на фоне. Вот, смотрите, как это все выглядит. То есть, задумка хорошая. Несмотря на то, что это по уровню на данный момент очень-очень экономчик. То есть, задумка, конечно, правильная, хорошая, молодцы ребята. Еще и вид даже неплохой. Дальше. Вот джакузи. Супруга говорила, что он работает, и они, в принципе, этим джакузи с подругой пользовались. На данный момент он не работает, ну как, именно в данную секунду. И еще один бассейн поменьше, 0,7 глубина. Так. С основной инфраструктурой мы закончили, друзья. Для взрослых пойдемте в сторону пляжа. Значит, мы пойдем одной дорогой. Я вам покажу детскую часть в этом отеле. Можно еще пойти другой дорогой и третьей дорогой. Ну, это между корпусами. А мы сейчас пройдемся там, где есть инфраструктура для деток. Что хочу вам сказать. Значит, мы приехали без деток, поэтому именно за детей я ничего не узнавал, что как тут для них, как работает детский клуб. И, друзья, я напишу, конечно, информацию по детскому клубу в описании к этому видео. Но еще раз говорю, детской инфраструктурой мы не пользовались. Единственное, что я как бы наблюдал для детей, это мини-диско, ну и вечерняя программа анимационная перед
основной анимацией. Просто было fire show, вот. И, значит, там перед этим проводили детскую анимацию. Сейчас вы это все видите на своих экранах. То есть, ну, просто аниматор с детками занимается, танцуют. Вот стандартные песенки. Арам цаца. В общем, это то, что вечером. Днем, друзья, скорее всего, я не знаю, мне кажется, даже детский клуб может и не работать. Но давайте мы сейчас все это посмотрим. Вот он, детский клуб. Так, там спуск немножко дальше к нему. Мы сейчас идем. Кстати, видите, по пути всю территорию вы, условно говоря, видите. И видите, она относительно даже зеленая. Но не вся. Вот смотрите, кусочек, допустим, песка. То есть вот она не вся зелененная, но достаточно хорошо. Тем более, что это Египет. И тем более, что это кризис. Так, вот мы подошли, друзья, к детскому клубу. Я думаю, он, наверное, сейчас закрыт. Кстати, сейчас июнь месяц, друзья, и мне отдыхать очень комфортно тут. Для тех, кто кричит, что тут торба и хана, там 50-150 градусов, как бы, ну, не открытый. Открытый, open. А давайте-ка зайдем, посмотрим. Может, пустят. С 2 часов до 16 часов написано, с 10 до 12.30. Потом закрывается из 14.30 до 16.30. Сейчас на часах без 3 минут 15. А ну-ка давайте глянем. А тут у нас детки. Хай! Вот так вот занимаются с детками. Друзья, я, конечно, удивлен, но детский клуб работает. Кондиционер тоже работает, так что есть чем занять ваших деток. Вот это все так выглядит. Можно даже мультики посмотреть. Есть еще второй этаж. Ну, на второй этаж уже подниматься не буду. Я думаю, этого достаточно. Вот так вот, друзья, работает площадка. Ну, днем на этой площадке, конечно, не вариант играться. А вечерком и утром, часиков до 11, я думаю, можно. Вот такой вот Kids Club. А, это на открытую часть подъем. Вот так вот получается. Ладно, пойдемте дальше, друзья. Значит, дальше. Мы сейчас попробуем с этой части пройтись в сторону релакс-пляжа. Что такое релакс-пляж? Сейчас я вам покажу. Это часть пляжа отеля. Ну, мне очень она нравится, хотя в ней есть нюансы. Почему нюансы? Потому что на релакс-пляже нету туалета. И никакой инфраструктуры. Ни бара, ничего нету. Кстати, ну, тут вообще тоже есть какой-то выход к морю. Вот сейчас я вам показываю это все. Но, друзья, дело в том, что, ну, тут вообще ничего нету. Ни шезлонгов, ничего. А вот на пляже релакс как раз это все и есть. И, значит, ага, тут закрыто было. Ладно. На пляже есть шезлонги, зонтики. И в этой части, вот когда я заходил, очень неудобный заход в море. Но зато поплавать там комфортно, во-первых, там гораздо все спокойнее, во-вторых, водичка теплее на релакс-пляже. В-третьих, там риф мне больше понравился. Черепахи тоже встречаются на релакс-пляже. Я встречал маленькую черепаху, зеленую эту. Те, которые вырастают большие, очень большие, вот такие вот, да, круто, вот. Ну, я встречал маленькую черепашку из этого семейства. А еще я повстречал совсем другую черепаху, друзья, другого вида. Вот. Она, во-первых, не зеленая, она коричневая, желтизной. И она ест не морскую траву, а что-то клевала там на кораллах. Я так понимаю, хищница она. Ну, это мои предположения. Итак, вот он, релакс-пляж. Что мы имеем? То, что я вам и говорил. А имеем мы шезлонги.
матрасами и зонтики, больше ничего. Значит, вход и что у нас под водой на релакс-пляже, это все я вам покажу в отдельном видео, поэтому, когда я это видео сделаю, ссылочка будет в описании к этому видео. Дальше. Мы идем, возвращаемся в сторону уже главного пляжа, друзья. И что я вам хочу сказать, что, ну, в принципе, вся основная масса туристов, конечно же, находится на главном пляже. Шезлонгов, зонтиков, ну, я еще никогда не видел в недостатке. Но дело в том, что вся инфраструктурная часть на пляже сосредоточена в одном месте. И поэтому все туристы стараются тулиться максимально близко к этому месту. То есть к бару, к ресторану, ну там и туалет, и душевая, и все остальное. Ну, в принципе, самое главное, что для туристов, это бар. Так вот, все стараются тулиться поближе к этому месту. И, соответственно, вот возле бара, можно сказать, всегда все занято. Но если пройтись туда дальше, в сторону бухты Марса Мубарак, то там все это можно увидеть. Ну, то есть увидеть, сори. Там шезлонгов и зонтиков всегда достаточно. И, как правило, их, ну, всегда есть свободные шезлонги и зонтики. Ладно. Значит, между релакс-пляжем и главным пляжем, ну, тут такая, как бы, пустынная часть отеля, то есть пальмы-то есть, но зелени, вот если напрямую пройтись от релакс-пляжа до главного пляжа, можно сказать, нету. Ну, опять-таки, как бы это все то, что есть, вот так оно как есть, так и показываю вам, чтобы вам было все понятно, что есть местами пустынные такие части. И что мы имеем на главном пляже отеля? Как я вам и говорил, шезлонги, зонтики, шезлонги с мягкими матрасами. Вот, есть защита от ветра, ветер тут очень часто и постоянно. Сегодня пятый день отдыха, и вот к вечеру только ветер утих, что я могу вам записать это видео, что вы слышите меня, потому что днем тут даже между собой, когда разговариваешь, практически ничего не слышно. Значит, с правой стороны вы сейчас видите фудкорт. Вечером он работает как а-ля-карт, итальянский а-ля-карт, а днем он как фудкорт. Я тут обедал, кстати, иногда мне обед больше нравился, чем в главном ресторане. Дальше, следующее здание за этим фудкортом, это вот такое небольшое здание, вот это, можно сказать, бар на пляже. Ну, тут весь спектр алкогольных и безалкогольных напитков. Так что, ну, есть вот такие столики, но это так. Следующее продолжение этого здания, это уборная. Сначала мужская, потом женская. Тут, кстати, есть душ, но душ есть и за фудкортом. Ну, опять-таки, и после вот этого здания с уборными, мужской и женской, находится дайвинг-центр. Цены космические, но у кого есть деньги, друзья, обязательно поплавайте. Правда, с русским тут вообще не дружат. Поэтому хотя бы нужно знать английским. Следующее здание, это какое-то, по-моему, тут спасатель типа дежурит. Следующее здание, это комната массажа. Ну, можно за 25 долларов, по-моему, либо евро, получить там несколько минут массажа. Вот так вот. И следующее здание, это магазин. Можете купить ласты, маски, трубки, матрасы и, собственно говоря, все, что вам нужно для плавания, все здесь. Но все дорого. Маска, по-моему, 30 евро, либо, ну, там торг какой-то есть, но в среднем, наверное, минимум 30 евро будет маска стоить. И, собственно говоря, что мы еще имеем на этом пляже? Мы имеем волейбольное поле, типа футбольного поля, и игра какая-то там, в общем, шарами надо выбивать, металлическими там кидаешь, выбиваешь шар. И самую главную информацию, как выглядит отель, я вам показал и рассказал. Еще будет несколько видео по отелю, друзья. Очень важных видео, которые вам нужно посмотреть. Потому что, друзья, это реально,
можно сказать, самый лучший и самый важный отель Марсалами. И почему это так, все это я вам расскажу в отдельном видео, потому что не хочу это видео делать слишком длинным и хочу дать вам полезную информацию максимально так, чтобы вы знали все нюансы, моменты и детали. Друзья, если есть вопросы, welcome, комментарии под это видео. Пишите их, буду стараться подсказать вам. Если вы можете поделиться отзывом по отдыху в этом отеле, обязательно пишите ваш отзыв тоже в комментариях под этим видео. Ну и не забывайте подписываться на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. С вами был Владимир Шемет, ваш travel advisor. До новых встреч. Пока-пока.